что-то болит или же вы долгие годы сражаетесь с хроническим заболеванием. За вас молились, а вы все равно не увидели прорыва. Здравствуйте, меня зовут Коди Арчер. Добро пожаловать на Возрождение сегодня. Я очень рад, что вы с нами. Сегодня у меня в гостях Тол Робин. Тол, спасибо за то, что пришли. Кстати, Тол был у меня в гостях в прошлом году. И я рекомендую вам найти наше с ним интервью. Это первый сезон, 32-й выпуск. В том выпуске мы знакомились с Толом, а также говорили об ученичестве и садоводстве. Было очень интересно, поэтому я очень рекомендую вам посмотреть это. У нас очень много платформ, которые могут ободрить, укрепить и научить вас чему-то. Мы хотим, чтобы вы увидели, что происходит здесь, в Израиле, а также познакомить вас с людьми, которые живут здесь. Тол — один из тех, с кем я хочу познакомить вас поближе. Он отец пяти детей, живет рядом с Иерусалимом. Он старейшин в своей общине, а также активный участник нашей команды. У нас есть много способов распространения информации. Один из них ⁇ это программа. У нас также есть канал на YouTube, страничка на Фейсбуке. Мы также используем Instagram, iCloud, ну и так далее. Есть много способов, как вы можете получить доступ к нашим материалам. Еще раз спасибо за то, что вы с нами. Не забудьте поделиться этим видео. Я знаю, что оно коснется вас, потому что мы будем говорить об исцелении. Очень многие люди нуждаются в исцелении. Они сражаются с болезнями хронической болью проблемами в теле у кого-то рак у кого-то что-то не такое страшное миллионы людей в том числе и христиан имеют дело со всеми этими вещами и вы тоже многие годы имели проблемы со здоровьем давайте откроем небольшой секрет у вас был псориаз. Вы разрешили нам открыто говорить об этом, и сегодня как раз-таки затронем эту тему. Расскажите нам, что это такое, а также расскажите, как вы от него избавились. Псориаз — это заболевание, которое проявляется на коже, но на самом деле это заболевание нервной системы, и оно связано с системой пищеварения, нервной системой, кожей, а также клетками тела и другими аспектами то есть это целый механизм. Это аутоиммунные заболевания с проблемами в нервной системе и проявлениями на коже. Оно чешется, и кожа краснеет и становится похожей на чешую. Не буду вдаваться во все детали, но это неприятное, отвратительное, зудящее чувство, которое буквально всегда с вами, постоянно. 24 часа в сутки. Бывает также сезон регрессии, и это хорошее время. Обычно оно наступает летом. В этот момент все как бы затихает, и у вас уже не так сильно зудится и чешется. Здесь, в Израиле, у нас много преимуществ. Прежде всего, это мертвое море и теплое солнце, но даже при всем этом, само это Само по себе. Хроническое заболевание. И медицина считает его неизлечимым даже сейчас, в 21 веке, со всеми нашими препаратами, аппаратами и прочими исследованиями. Его можно ослабить или немного улучшить состояние кожи с помощью мазий и различных лекарств. Благодаря этим средствам многие люди даже живут почти нормальной жизнью. Когда я говорю почти, это означает, что 5 часов в день у вас ничего не зудится. Это уже очень хорошо. Сейчас мне 44 года, а с 13 лет у меня было это заболевание. Надо же, а сколько всего лет вы страдали от него? Ну, посчитайте, большую часть моей жизни я не мог жить нормально. Что это означает? А это означает, что когда я просыпаюсь, я должен нанести крем, мазь или еще что-то на мою кожу, чтобы она не чесалась. И тогда в течение дня моя кожа податлива. Но принятие душа каждый день занимает полтора часа. Это не так, как у всех. За 10 минут я приму душ, Помоюсь любым мылом, и буду хорошо пахнуть и хорошо себя чувствовать. Нет, весь процесс занимает около полутора часов. Да, вот так долго. Нужно вначале принять душ, затем нанести специальные мыло и шампуни, а потом, после этого, нанести мазь или специальный крем — ну а после этого подождать, пока все это впитается, чтобы не запачкать одежду или постельное белье. В общем, заморочек довольно много. Ничего себе, полтора часа в день — это занимает так много времени. Я служитель церкви, и у меня часто бывают встречи поздно вечером. Это означает, что в этот день я пропускаю душ. И это означает, что завтра мне уже будет противно. То есть нужно постоянно учитывать все это. А вот как я живу. И это помогает мне осознавать, как сильно я нуждаюсь в Боге. Шесть лет назад мое состояние было очень тяжелым. Все мое лицо было воспалено. Сейчас это мелочи. Вся моя кожа была воспалена. Сильный зуд, даже жжение. Кожа буквально горела на мне. От нее исходило тепло. Я был горячим. Это было шесть лет назад, и это было очень сложное время. Я много молился, и однажды ночью, когда я молился, я услышал, как Бог сказал, «Я исцелю тебя». В тот день я лег спать весь в слезах от боли, от облегчения и от радости. Это были смешанные чувства, но с того момента я знал, что я получил исцеление. Это очень важно. Вы должны дойти до такого момента в отношениях с Богом, когда вы понимаете, что Он за вас, и вы знаете, что Он исцелит вас. Вы понимаете, что Бог ⁇ благ ⁇ и что весь этот процесс, даже если вы не видите телесных изменений, вы понимаете, что весь этот процесс вам ⁇ во благо ⁇ Бог не наводит на вас болезнь. Но, тем не менее... Он может использовать ее вам во благо. Возможно, для духовного роста или чтобы как-то привлечь ваше внимание по-разному. Я хочу кое-что прояснить. То есть вы говорите, что Бог не наводил на вас это заболевание, но Он его допустил. И Он желает исцелить вас, но использует это время, чтобы привлечь ваше внимание. Да? Какой бы ни была причина. Не буду вдаваться в детали, потому что для каждого из нас эти причины могут быть разными. Возможно, это что-то связанное с вашей семьей или унаследованное на физиологическом или на духовном уровне. Может это какая-то атака дьявола. А может что-то еще. Это может быть что угодно. Но Бог будет это использовать, и важно, чтобы мы это понимали. Нужно понимать, что Бог привлекает наше внимание. В моем случае Бог хотел привлечь мое внимание к нескольким вещам. Сейчас я попробую нарисовать вам картину. Человек сидит за столом и ест. Перед ним тарелка. Когда вы едите, вы сфокусированы на том, что перед вами. Вы не поднимаете голову, не смотрите на других людей, вы сконцентрированы только на этом. Только когда тарелку забрали, вы вдруг поднимаете голову и говорите, ой, а что случилось? Так ваше внимание переключается. Так вот здоровье это как тарелка. И когда оно отбирается, ваше внимание переключается. Ваше внимание сфокусировано на болезни. И вы пытаетесь найти решение. Я пытался найти решение этой проблемы с 13 лет. Я пробовал лекарства, мази, таблетки, все возможные средства, а также, конечно, я молился. С момента моего спасения я знал, что Бог благ, и я молился. «Когда же ты исцелишь меня, Боже? Исцели меня!» «Ну, пожалуйста!» Исцели меня. Я стоял на коленях, плакал, просил других людей молиться за меня и тому подобное. И в этом процессе мое внимание было полностью сконцентрировано на том, что делал Бог. Так вот, Бог желает исцелять своих детей. И это совершенно точно. Бог действительно желает исцелять. Бог создал меня здоровым. Бог не просто хочет исцелить, Он хочет, чтобы мы были здоровы. Это куда больше. Бог создал нас полностью здоровыми по Его образу и подобию. Вы в это верите? вы здоровы так же, как и он. О да, я тоже многие годы боролся с последствиями моего похода по Центральной Америке. Там я прыгал со скалы в воду и сорвал ноготь с большого пальца ноги. Затем я умудрился занести туда инфекцию, и вот спустя 10 лет у меня на ноге есть ноготь, который деформирован и на нем к тому же грибок. Я так много раз молился за это. Стыдно ходить с таким ногтем. Что вы можете сказать из личного опыта? Я уверен, что за вас молились сотни раз, если не тысячи. И наверняка множество раз вы провозглашали и исповедовали. Тысячи раз действительно я молился об этом. Да. Мы молимся, и с одной стороны, мы знаем, что Иешуа — целитель. Все, кто приходил к Иешуа в Евангелиях, были исцелены им. Он не давал им советы по лечению, а исцелял каждого. Но с другой стороны, мы проходим это сражение, мы молимся, провозглашаем, связываем болезнь, сражаемся и не сдаемся. Я знаю, что многие наши друзья по всему миру сражаются с мигренью, с сердечными заболеваниями и прочим. За них молились так же, как и за нас сотни и тысячи раз, и они так и не видят изменений. Как уберечь свое сердце в такой ситуации? Думаю, все сводится к моей уверенности в том, что Бог добрый. Я знаю, что Бог добрый. Все, что я вижу или чувствую в моем теле, никак не влияет на мое знание и глубокое понимание того, что Бог благой. Предлагаю вернуться к тому моменту, когда Бог сказал мне, ⁇ Я исцелю тебя. Я был исцелен. Не в теле, но в моей душе. И процесс исцеления ускорился. Я рассказал об этом своим детям, и они стали молиться за меня. Дети рассказали об этом в своей школе, и многие другие дети стали молиться за меня. Первая реакция была такой. Что? Зачем вы рассказали об этом в школе? А вторая реакция была уже такой. Ух ты! Дети за меня молятся, детская вера. Ура, это победа! Это удивительно. Затем я рассказывал об этой проблеме нашей команде. Мне приходится долго принимать душ, моя жизнь отличается от вашей, и поначалу мне хотелось закрыться. Я думал, что меня оттолкнут, но случилось противоположное. Как я уже говорил, Бог переключает мое внимание. А еще я не забываю о том, что Бог добрый. Комбинация этих двух факторов привела к тому, что я смотрю вечность на Царство Божие. Вот где моя вера. И каждый день я притягиваю Царство Божие в мою реальность. Я прошу Бога об исцелении, о вечности, о нетленности, молясь об этом. Я притягиваю Божью победу, вечность, здоровье и порядок из Его Царства в мою жизнь. Каждый мой день начинается со сражения. Я начинаю раскочегаривать себя, просыпаясь, я приказываю моему телу подняться из постели. По утрам мое тело очень окостенелое. Я чувствую боль в спине, mm -hmm. в коленях, в боку. Чувства никак не соответствуют тому, чтобы сказать, ах, какое прекрасное утро. У меня все начинается со сражения. Начинается духовная битва. Я просто приказываю своему телу проснуться. Затем я приказываю ему сесть, выпрямиться. Я начинаю провозглашать вечное Царство Божие в моем теле. Я начинаю благодарить Бога за здоровье, которое Он дает мне. Чувства говорят обратное, но я все равно провозглашаю это и благодарю Бога. Для меня это уже свершившийся факт. Это моя повседневная рутина. Я просыпаюсь, провозглашаю, благодарю Бога за то, что я имею, за то, что у меня есть, кроме моего тела, за семью, за историю моей жизни, и потом приказываю этому телу повиноваться Царству Божьему. Кто-то скажет, что я фанатик. Я отвечу, да, это так. Я хочу служить Богу. Это преграда. Но она меня не останавливает и не остановит. Да, а еще я вижу, как сила Божия течет через вас и исцеляет других людей. Я тоже это вижу и спрашиваю Бога, а когда же моя очередь? Я видел просто удивительные исцеления. Они просто ой, выпрямите свою ногу, и тогда что-то получится. Там щелкнет. Нет. Я видел, как Бог создал почку. И у нас есть снимки, доказывающие это. И это поразительно. Я видел много всего удивительного. Я спрашиваю Бог, а когда же моя очередь? Да, удивительно то, что несмотря на боль вашим целям, Бог использует вас для исцеления других людей. И я считаю, что это поразительно. Именно это я имел в виду, когда я говорил что Бог привлекает мое внимание. Бог обратил мое внимание на то, что люди болеют, они страдают. А если бы я зациклился и постоянно смотрел себе в тарелку, то так бы и не увидел, сколько в мире боли и печали. Я много молюсь о том, чтобы среди людей Божиих начали проявляться дары исцеления и освобождение. Я ищу таких людей. Я хочу встретить их. Я хочу встретиться с каждым из них, и чтобы они помолились за меня. Но я их не вижу. Я молюсь, Боже, поднимай этих людей. Я хочу увидеть людей, полных Святого Духа и помазания. Я ничего не сказал о себе, но я тоже хотел бы стать ответом на свою молитву. Я хочу служить себе так, чтобы болезни больше не было места в этом мире. Я ненавижу болезни, так же, как любой здравомыслящий человек, а тем более верующий. Да, я тоже. Наш выпуск подходит к концу, и я хотел бы, чтобы вы помолились за наших друзей со всего мира. В трудные моменты очень легко потерять надежду. Помолитесь за них и провозгласите исцеление. Я тоже присоединюсь к вам. Друзья, не теряйте надежду. Как говорил Тол, он год за годом продолжал верить. Он не отпускал Божьи обещания. Его вера стала как мышца, которая становится сильнее от постоянной работы. И когда придет прорыв исцелением, я верю, на то ли будет просто невероятное исцеление, потому что он много лет сражался за это. Он продолжает стоять в вере и доверять Богу. То, что вы сегодня рассказали нам, само по себе является огромным свидетельством. Давайте помолимся. Друзья, мы будем верить о вашем исцелении, а также мы ждем ответных молитв за Тола и за его исцеление. Так что не скупитесь. Начинайте, пожалуйста, Тол. Аллилуйя. Отец, спасибо тебе за то, что ты добрый отец, и что ты Любишь нас. Ты не просто хочешь нашего исцеления, ты желаешь, чтобы мы были полностью здоровы. Спасибо за то, что привлекаешь наше внимание к тому, что важно для тебя. Я приношу тебе всех тех, кто страдает от разных болезней в теле и в душе. Отец, высвобождай свое исцеление. Высвобождай дары исцеления и освобождения помазывай и освобождай людей, освободи их от оков врага. Отец, я молюсь за каждого, кто смотрит нас сейчас. Если они страдают в теле и в своем душевном здоровье, то принеси им свое исцеление, а также дай им откровение о том, что ты добрый, что ты любишь их, принеси в каждую клеточку их тела знание о том, что ты добрый отец, и что ты желаешь исцелить их, и обязательно сделаешь это. Пусть придет твой Дух Святой и работает в их сердцах и в их духе, поднимая их веру, поднимая нашу веру, и знание о том, ты — Бог добрый и всемогущий. Ты с нами в вечности. В вечности мы здоровы, целостны, мы в полном порядке. Поэтому, Отец, притягивай к нам исцеление. Притягивай его к нам из твоего царства в нашей жизни, а в жизни всех, кто смотрит нас сейчас. Это наши друзья, братья, и сестры, я говорю исцеление, я провозглашаю исцеление во имя Иешуа в каждое тело в каждую клетку, в каждый орган, в каждую жизнь. Бешем Иешуа. Во имя Иешуа Хамашеха я молюсь. Аминь. Отец во имя Иешуа, я провозглашаю исцеление мигрений и головных болей. Главная боль, уходи во имя Иисуса. Мы провозглашаем исцеление в вашем теле. Мы приказываем хронической боли и страданиям уйти во имя Иисуса. Господь, укрепи наших зрителей. Дай им силы двигаться вперед. Спасибо за то, что ты готов использовать их, несмотря на их болезни. Ты желаешь приносить через них исцеление. Во имя Иисуса мы провозглашаем исцеление жизнь и победу. Мы также разрушаем все проклятия над вами и вашей семьей. Во имя Иешуа. Аминь. Это было хорошо. Мы могли бы продолжать и дальше. Друзья, спасибо вам за то, что были с нами. Напишите нам, получили ли вы свое исцеление. Возможно, у вас есть молитвенная просьба. Напишите ее в комментариях под видео, и мы помолимся за вас. Еще раз спасибо вам за то, что были с нами. Увидимся через неделю в программе Возрождение сегодня.